Председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный вручил в Кремле ордена и медали. Среди награжденных первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана Гафуров, председатель Госкомитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям Скачков, писатель Валентин Катаев. Маршальские звезды вручены маршалу Советского Союза Куликову и маршалу Советского Союза Агаркову. Николай Викторович Подгорный тепло поздравил награжденных, пожелал им успехов в их деятельности.